Добрый день, друзья. Разбавим немного тему топоров фонариками. Я достаточно много делал обзоров на налобные фонари, и частенько в комментариях встречались такие замечания, что налобным фонарям не хватает дальнобойности. Сегодня у нас в обзоре будет такой интересный, очень специфический фонарик от Nightcore, который, по моему личному мнению, лучше всего подходит для поисковых работ. Но перед тем, как начинать обзор, я немного расскажу вообще о важности и наличии вот таких вот фонарей, именно налобных. Если кто помнит, в 2010 году здесь вот в соседнем районе пропала девочка Лиза Фомкина в лесу. Пошла с тетей куда-то там, в ближайший парк, что-то около города все это происходило недалеко. Зашли они в лесной массив и пропали, собственно, долго блуждали там, очень долго не могли напрячь местные органы власти, точнее, милицию, полицию на поиски девочки, то есть там празднование города, по-моему, было. То есть потеряли время, и самая главная проблема, то есть очень много собралось народу, тогда не было еще всяких вот этих телеграммов. WhatsApp, наверное, только-только появился, и не было вот этой вот коммуникативности. Основная проблема, насколько я помню, читал, просто интересно была эта тематика очень. Ну и девочку жалко, конечно. В итоге ее нашли замерзшей, то есть она там более 10 дней провела в лесу, забилась под какие-то ветки, собака ее там вроде бы согревала, не успели на день где-то. Основная проблема заключалась в том, что в ближайших магазинах отсутствовали полностью средства для ночного поиска, точнее фонари. То есть купили все в округе, всю вот эту китайщину, которая лежала в местных магазинах. Вот на руках, естественно, у людей ничего никогда не было. Это вопрос к тому, что вот нужно ли что-то возить там постоянно с собой. Многие мычат, ворчат, что все это нафиг не нужно, зачем этим барахольством заниматься. Ну, бывают такие вот ситуации, когда либо по зову сердца, да, либо у знакомых какая-то проблема, либо, не дай бог, у вас такая проблема возникла, а у вас под рукой ничего нет, а фонарик вы экстренно ночью нигде не купите, а фонарь с хорошими характеристиками тем более. Поэтому возможно, да, если люди будут подходить более серьезно к таким вещам, будет больше шансов не попадать впросак, как говорится. Но сейчас мы будем говорить не об этом, конкретно поговорю о фонаре. Лично мне в поисковых мероприятиях людей не приходилось принимать участие. Единственный раз в этом лесу искали мы собаку охотничью, которая поднялась и кача, и в пылу в азарте поскакала за ним, не зная местности. То есть собака была здесь впервые, удрала, мы не смогли, сколько ни кричали, она вот в азарте за ним погналась, и нашли мы ее только через объявление ВКонтакте, через неделю. В соседнем селе, 8 километров отсюда, развесили везде на столбах фотографии. Сколько было поисков пеших по лесу, но опять же все упирается в болото. Основная проблема, вот я на себе ощутил, это при ночном поиске. То есть определить зону поиска, очень много участков, где идет бурелом. И если у вас просто висит налобный фонарик, к примеру, который светит недалеко, вам тяжело определить. То есть вы пройдете 100 метров, уткнетесь в участок, непроходимый абсолютно, с буреломом, да, тратите время, вам надо возвращаться назад. То есть основная проблема какая? Подсветить дальнобоем участок весь этот, определить зону более-менее проходимую, и уже по ней идти, исследуя вообще вот то, что находится вблизи вас. Поэтому зачастую одного налобника в поисковых задачах не хватает, нужен еще дальнобойный фонарь. И вот это вот переключение режимов, дальнобой, ближний свет, оно, конечно, может утомлять. Как правило, поисковики ходят в одной руке дальнобойник и на лбу фонарик. К
конкретно найткоровское решение, чем уникально. Здесь в одном флаконе и дальнобой, и ближний свет. Фонарь сам поставляется вот такой вот упаковке фирменной, в желтых цветах найткоровских. В комплекте к фонарю идет, собственно, сам фонарь с креплением достаточно хорошим, удобным. Сам корпус фонаря выполнен из металла, то есть это не пластик. При разогреве разогревается он достаточно быстро и мощно. Ничего оплавляться не будет. В центре дальнобойный диод. По периферии идут диоды ближнего света. Ключевая фишка этого фонаря, она же будет, наверное, для некоторых являться недостатком, то, что в фонаре нет вообще никакого места для установки элементов питания. То есть блок питания вынесен отдельно. И питается эта штука за счет вот такого вот кабеля. То есть вы надеваете фонарик на голову вот таким вот образом. Кабель достаточно толстый, массивный для высоких токов. Жрет он немало. То есть установили кабель, точнее фонарик на голову. Здесь есть регулировки как по окружности, так и по вертикали. То есть можно настроить под любую голову. Единственным недостатком я бы назвал вот этот вот выход кабеля. Но здесь есть регулировочная такая утяжка. Можно подвинуть, чтобы он просто на ухо не давил. Кабель достаточно толстый, тугой и может мешаться. И идут отдельно блоки питания. Про этот конкретно я рассказывал, на 20 тысяч миллиампер час. Есть у них также серии маленькие. Ну, он напоминает по размерам аккумулятор 21700, то есть NPB1. И NPB2, все они влагонепроницаемые. То есть вот эти открытые разъемы, я тоже тестировал все это в посудине с водой. Не боятся дождя, можно повесить через вот эту вот проушину на рюкзак, на любую из лямок. У меня вот темляка, к сожалению, с собой нету. Точнее, карабинчика для подвеса. Но на любом рюкзаке обычно, как правило, висят слева-справа такие же уши. Через карабин подвешиваете, втыкаете специально. В этих отверстиях есть замки, которые блокируют. То есть у вас самопроизвольно вот этот вот кабель не вылезет. Здесь есть такой язычок. Он приподнимается и снизу уже в самом элементе питания вылазит защелка небольшая. То есть сам вот этот вот разъем уже фиксируется в порту. Ничего никуда не отлетит. Единственная проблема, повторюсь, жесткий кабель, который запоминает свое первоначальное транспортировочное положение. Вот видите, он как на морозе, все это будет еще сильнее. То есть вот это, наверное, единственный недостаток. Элементы питания как плюс выносные, можно спрятать в карман куртки для того, чтобы они не проседали на морозе. То есть у вас сразу увеличивается время автономности. В летнее какое-то время, в сезон дождей, можно идти, подвесив на рюкзак, абсолютно без риска какого-то ущерба самому пауэрбанку. Вот, давайте попробуем включить фонарь. Здесь две клавиши управления, одна находится сверху, собственно, она включает его. Вот он у нас включился. Вот, и внизу находятся две клавиши для регулировки угла освещения. То есть, если я их буду нажимать, у меня пучок либо будет концентрироваться, либо будет расширяться. То есть, вот это у меня концентрация идет на основной центральный диод дальнобойный. И вот это вот на периферию. Ключевая особенность фонарика: в комплекте идет наручный пульт управления в виде небольшого такого, ну, как наручные часы. Крепится он на Велкрафт. Нету, к сожалению, пластикового ремешка. То есть выглядит вот таким вот образом. И управлять фонарем можно абсолютно дистанционно при помощи вот этих вот клавиш. То есть, о, включился, да? Теперь настраиваем угол. То есть у нас каждая кнопка регулирует угол ТВ, как на камерах практически. Вот, и вот этой вот клавишей мы управляем включением фонаря и регулировкой яркости. Сейчас попробуем яркость настроить. Ну вот, собственно, она
Это самый яркий режим. В ночном лесу светит неплохо. Ближний свет очень яркий, заливной, практически на 180 градусов. Очень хорошо все видно, никаких проблем не возникает. Дальнобой светит, ну, по субъективным моим ощущениям, где-то метров на 80 он лупит. Просто нужно учитывать еще такой факт, что в лесу, в зависимости от влажности, особенно ночью, когда идет вот перепад температур, появляется дымка. Я уже рассказывал в обзорах про дальнобой, про тот же Найткуровский супердальнобойник с заявленной дальностью 1,5 километра. Дальше 200 метров вы ничего не увидите из-за дымки легкой. Собственно, в самом воздухе не пробивает он эту пелену. Неважно, какой диод стоит, теплый, холодный. То есть видимость очень сильно сокращается из-за влажности. Ну, собственно, выключаем. То есть долго нажать, а выключает сам фонарик. При такой вот погоде где-то порядка 50 градусов охлаждение идет хорошее, то есть ничего не разогревается в летнее время, конечно. Голова чуть-чуть нагревается, но сам фонарь встроен в функцию АТР. В самой голове установлен датчик температурный, который отслеживает разогрев, и в случае чрезмерного нагрева фонарь будет ступенчато просто переключаться на пониженное потребление, на пониженную яркость. Теперь по характеристикам. Значит, в режиме турбо. Здесь приведенные характеристики в паспорте, насколько я понял, они связаны с самым слабеньким блоком питания, NPB1, то есть это 5000 мАч в режиме турбо. На дальнобой работает и светит с яркостью 1600 люмен. Время работы полное, час 30 минут. Дистанция указана 162 метра, яркость 6500 кандел. Примерно. В режиме заливного света сам максималка это 1200 люмен. Дальность 37 метров максимальная. Время работы 1 час в этом режиме. Всего в фонаре 5 режимов. То есть в режиме дальнобоя максимальная яркость составляет 1600 люмен. Потом дальше идет 480, 250 и минималка 5 люмен. Это чисто что-то вот подсвечивать, там карту смотреть, либо в палатке что-то делать. То есть режим экономии энергии. То же самое в ширике. Минималка 5 люмен, потом идет 50, 200, 480, максималка 1200. Для повседневки этот фонарь не годится, сразу говорю. Был у меня прошлой зимой неприятный случай. Налобник армитековский, который проработал 5 лет, внезапно сдох. Ну, просто что-то там в голове закоротило у него. Вот. А мне пришлось зимой ковыряться в машине. То есть я застрял здесь у себя на даче. Выкапывал из-под днища спертый снег. Пришлось нацепить вот этот и работать именно вот из-за наличия провода. Казалось крайне неудобно, потому что ползая под машиной, вся вот эта вот хренотень как-то мешается. То есть она торчит, она цепляется за элементы кузова. То есть это исключительно узконаправленный фонарь, который не получится постоянно перевозить с собой в машине и использовать при любой удобной ситуации. Собственно, на самой коробке здесь уже присутствуют картинки. Это спелеология, то есть где нужно длительное автономное питание в пещерах. Вот это поисковые какие-то задачи. Это долговременная работа в помещениях, где отсутствует освещение. Но ничего не будет мешать. Повторюсь, кабель – основной минус этого фонаря. Но и выносной блок питания расширяет сам функционал фонарика. То есть это более длительное время работы, не надо постоянно менять элементы. Подключение независимо, там можно запитывать одновременно аккумулятор телефона, любой другой девайс, вот, и запитывать одновременно фонарик. То есть вот этот вот пауэрбанк, он достаточно много токов выдает. Здесь 4 порта, 1 на подзарядку, 3 на раздачу. Работает прекрасно. Кто хочет посмотреть обзор на этот пауэрбанк, может пройти по подсказке сверху. А на этом, я думаю, все. Надеюсь, неприятностей у вас никогда не будет. Такие вещи вам никогда не понадобятся. Вот. Ну а поисковикам я бы хотел рекомендовать очень сильно именно вот такой фонарь. То есть для таких задач вещь просто незаменимая. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр и всем пока.